Что ж за кошка такая? Что там творишь на диване? Какая я тебе домработница? Ну-ка быстро с дивана! Это ветки для игр! Кто ставит в доме палки для красоты? Декор, между прочим, бывает разный, и это очень красиво. Что опять там такое? Киса Алиса? Киса Алис, ты где? Ну-ну, давай, попади уже! Не может быть! Нету тут ничего, ты меня обманула! Берегись, не жить тебе здесь! Киса Алиса! Но у меня это плохо получается! У меня есть секретный туннель вдоль забора! Ку-ку! Ну привет, ты на канале Magic Pets, а я киса Алиса. В прошлый раз я Мичу сняла свое видео. И я решила, а что это, я тоже хочу снять свое видео. Короче, смотри, просыпайся в своей королевской кровати. Ну, тут рядом спит моя хозяйка Аня, но ты не думай, на самом деле хозяйка я, она так, помощник. Но когда вот она просыпается, я как раз и прыг на свое королевское кресло, чтобы кровать освободить для уборки. И вот я наблюдаю, как она мою кровать заправляет. Ну, ты понял, чтобы она все правильно сделала, а то знаешь, мало ли какие помощники бывают. Киса Алис, ты что это там на кресле делаешь? Только попробуй когти свои об него опять точить. Не слушайте ее и вообще отстань, я снимаю, ты мне видео давай не порть. Так рано утром? Вы что, уже все проснулись? А я все никак не могу выспаться после поездки. Ладно, пошла умываться, у меня много дел. Короче, пока моя домработница Аня чистит свои зубежки, я сижу на своем королевском стуле и на самом деле... Как ты меня назвала, Алис? Я не расслышала. Значит, еще и уши надо почистить. Так вот, на самом деле, я продумываю свой коварный план по уничтожению фермы муравьев. Алиса, ты вообще-то тут с моего разрешения. И на муравьев даже не смотри. Ага, конечно. Я сама себе хозяин. И вообще, я в окно смотрю. В окнах прикольно. Да-да-да. Я-то тебя знаю, кота-монстр. Алис, мне еще кое-какие дела тут в туалете нужно сделать, поэтому иди снимай в другую комнату, а? Привет, а я Чухуахуа Саки. А это Юми Покемон. Привет. А это Эйвон. Доброе утро, ребята. А это наша Миша. Миш, давай, скажи что-нибудь. Миша, лайк. Миша получилось. Эй, вы, слышите? Вы вообще-то влезли в мое видео. Так что идите пока, погуляйте там где-нибудь. Киса Алис, да погоди ты. Я хочу спросить Аню, как ей в гостях понравилось. И понравился ли ей популярный Джек Рассел Терьер? И его хозяйка популярный блогер. О чем это вы и о ком? Я ничего не понимаю. О, смотрите, откуда тут взялся такой же покемон? Юмичу, ты дурочка, это зеркало. Так о чем ты болтала? Сама ты дурочка, киса. Так вот, на канале Magic Family. Че ты про меня сказала? А ты что про меня? Я твой единственный друг. Ну и что? А я твоя единственная подруга. А ты на меня обзываешься. А ты на меня обзывалась. Не обзывалась, а обозвалась. Покемон, Раска. Ну, киса Алис, это мое видео. Да подождите, вы дайте сказать. Дайте мне сказать. Короче, на канале Magic Family новая рубрика. Magic в гости. И в своем первом выпуске Аня пошла в гости к очень популярному... Джек Рассел Терьеру. И его хозяйке тоже популярной блогерше. Но мы не будем раскрывать секрет, кто это. Ты сходишь и посмотришь по нем. А почему я до сих пор не знаю об этом ролике? Потому что киса Алиса спала, когда она вышла сегодня. Так она уже на канале Magic Family. Почему я об этом не знаю? Потому что ты кота-монстр. Все проспала. Она вышла до этого видео. Так что потом сходи и посмотри его. Поддержи Аню в рубрику. Поставь там лайк и напиши комментарий. И тут пиши комментарий, потому что они появляются в видео. Ребята, а давайте тому, кто посмотрит новый ролик на канале Magic Family, где Аня ходила в гости до самого конца, тому передадим привет в следующем видео. Прикольно ты придумала, давайте. Так они сначала это посмотрят, а потом на канал Magic Family придут. Да? Да? Договорились? А это моя ванная, мое королевское джакузи. А еще специально для меня Аня расставляет по дому везде ветки, чтобы я ими играла. Киса Алиса, ну ты не сказала про ссылку. Да, не сказала. Ой, да что ж такое-то? Про ссылку в описании. На видео Magic гости на канале Magic Family. Так, ребята и так уже сами знают, что ссылка всегда внизу. Ага, и тут не забудь тоже поставить лайк, если хочешь еще больше блогов от нас. Короче, помочила лапки я в своем джакузи, попила. И дальше я решаю, чем бы мне заняться. Потому что дом у меня теперь очень большой. Киса Алис, но это не только твой дом. Только мой. Вы ей не верьте, она все врет. Потом я держу свою когтеточку. Хотя я, конечно, не кошка, а собака. Потому что выросла с собаками, но иногда я все равно ее деру. Киса Алис, ты кошка, которая возомнила себя собакой. Это неправда. Они тоже все врут. А потом я разгоняюсь и залетаю на свой королевский стол. Упс, ну ладно, Аня убегает. Вот, все, а ты что думал? Так, я пришла. Что тут опять происходит? Это не я. Киса Алиса, сколько раз я тебе говорила не прыгать на стол? Что ж за кошка такая? Ты что там творишь на диване? Иди лучше поработай. Что? Что ты сказала? Я говорю, поиграй со мной. Видишь, что ты крышка моя. Нашлась тут королева. Ты меня не любишь. Опять начинаешь мной манипулировать? Ладно, давай поиграю. Короче, ребята, это всегда работает. Скажешь ей, ты меня не любишь. И
она начнет с тобой играть. Киса Алиса, ты думаешь, я ничего не слышу? У меня проблемы со слухом, что ли? А ты что, уши почистила? Так, на диване мы играть не будем, а то там все будет в твоей шерсти. Нет, вы это слышали? Домработница моя будет мне указывать. Какая я тебе домработница? Ну-ка быстро с дивана. Знаешь, что я сама решила с дивана спрыгнуть. Трам-пам-пам. Сейчас я все про тебя ребятам расскажу. Что этот маленький кота-монстр тут натворила с растениями? Куча мусора от тебя. Это не я, не верьте. Ты меня не любишь. Эх ты, маленький манипулятор. Люблю я тебя. Просто ты все на своем пути разрушаешь. Аня, между прочим, тебя не наказывает. И зачем нас наказывать? Мы с Кисой Алисой просто маленькие. У вас вечно одна отговорка, Юмичу. Вот даже когда по 10 лет будет, вы будете говорить, что вы маленькие. Ничего ей это нет. Аня вам наврала. Эти ветки по всему дому специально для меня, чтобы я их грызла. Да что вы говорите, дорогая королева? Отвлечешься на минутку, а ты уже опять тут декор портишь. Это ветки для игр. Нет, Киса Алиса, это ветки для красоты. Кто ставит в доме палки для красоты? Палок и на улице полно. О, а это что? Декор, между прочим, бывает разный, и это очень красиво. Что опять там такое? Киса Алиса? Киса Алис, ты где? Тихо, Штабик, не шурши, а то Аня меня тут заметит. Да что ж ты такой шумный, Штабик? Вообще-то я тебя и так вижу. Упс. Как ты меня нашла? С тем грохотом, Киса Алиса, с которым ты свалилась в эту коробку, сложно было тебя не найти. Ну и что? И вообще это не коробка, это мой штабик. Ты меня, Киса Алиса, своим грохотом безумно напугала. Раз это твой штабик, вот я тебя в твоем штабике и закрою, понятно? А у меня тут есть тайный ход. Так что не удастся тебе победить кота-монстра. Вот. Это точно. Короче, потом я иду разгадывать важную загадку. Решение которой я до сих пор не могу найти. Есть большой стол, и у него есть дырки, видите? И таких дырок несколько. И когда вот эти каменные мячики падают в эти бесконечные дырки, они никогда не выпадывают на пол. И никто не знает ответа на эту тайну. В эту бесконечную дыру падает мяч и куда-то пропадает. Я все время пытаюсь поймать их на полу, но их там нет. Как так? Киса, Алиса, тебя ни на секунду оставить нельзя. Опять ты вскочила на бильярдный стол. Ты что, в бильярд хочешь поиграть? Эти каменные мячи слишком тяжелые. Это не мячи, а шары. И суть закатить их в лузы. Вот куда он пропал? Куда он мог деться? А, я, кажется, поняла твой интерес. Эй, мяч! Где он? Вот где он? Видимо, это волшебство, Киса Алис. Это обман, а не волшебство. Твоя загадка разгадывается очень просто. Когда шар залетает в лунку, ну, дырку, как ты говоришь. Ну, давай, попади уже. Он не должен падать на пол, там есть специальный туннель, по которому он катится, и его потом можно достать из центрального отверстия внизу стола. Не может быть! Нету тут ничего, ты меня обманула, ты все врешь. Они улетают в бесконечность, в пустоту. Загадка так и осталась неразгаданной. Ну ничего, волшебный стол, в следующий раз я найду ответ. Так, сейчас достираю и пойду мыть посуду. Ань, там это, как его? Я не буду говорить. Ань, там Киса Алиса опять. Ну что, мистер папоротник, попался? В этот раз я тебя уничтожу. Берегись, не жить тебе здесь. Что тут происходит? Киса Алиса, опять? Сдался тебе этот несчастный папоротник, зачем ты его мучаешь? Это не я. Я просто тут сижу, а он сам посыпался. Осень, все такое, понимаешь? Ты куда? Вся правда о киске Алиске. Когда она не ходит в туалет на улицу, она ходит в свой космический корабль. Да уж, Юмичу, ничего интересного. Ничего, я про тебя, когда ты видео будешь снимать, тоже правду расскажу. А что я? Ты такого сказал-то? Потом я сижу в еще одном моем штабике на подоконнике. Потом я пью водичку. Потому что ужин будет только вечером. А еще я супер унитазный прыгун. И вот тут в этом бассейне появляются непонятные объекты. Во, видели? Они выпадывают из крана, и за ними очень интересно наблюдать. Иногда они падают прямо на меня. Непонятно, зачем они тут и что они хотят. Эту тайну дома мне тоже пока что не удалось раскрыть. Мне кажется, из крана вода капает. Забыла, видимо, закрыть до конца. Алиса, опять вся раковина в твоей шерсти. Ну что такое? От корма для инопланетян всегда так вкусно пахнет. Тут в трех контейнерах живет три инопланетянина. И еще три маленьких появилось с инопланетными детьми. С какой планеты они прилетели? Не знаю. Все проверки завершены, пора отправляться на прогулку. Киски, откройся. Я пошла. Фу, что сегодня холодно. Я думала, весна наступила. Ладно, но прогуляться все-таки стоит. Слушай, обычно я гуляю много, ловлю всяких мышек, птичек, играю со снегом. Но сегодня что-то погодка не очень. Это что за парашют? Кто тут у нас приземлился? Знаешь что, у меня есть еще тайные места, но их я тебе не покажу. Ну, может, покажу в другой раз. А еще я учусь лазить по деревьям. Но у меня это плохо получается. Лазить получается лучше.
У меня есть секретный туннель вдоль забора. Ку-ку. У меня еще тут очень много секретных мест. Видишь, я есть, меня нет. Фокус-покус. Вроде уже много снега растаяло, но весны все нет. Чё-то холодно сегодня, весна. Ты где? Ладно, потом я перезвоню. Ну а потом я оставляю отпечатки своих прекрасных лап вот здесь, на этой милой розовой подушечке на окне. Да уж, а Аня потом это все убирать. Пап, ну что ты вечно ворчишь, а? Киска-лиска еще что-то сказать хочет. А ты после этого ролика потом иди и смотри видео на канале Magic Family, которое вышло сегодня про популярную девушку-блогера и ее популярную собаку породы Джек Рассел Терьер. Секрет, кто это? Да, ребята сходят и сами все узнают. Ставь лайк, если хочешь еще мой блог, и голосуй в вопросе, понял? Лайк ставь, подписывайся, в вопросе голосуй, пиши комментарии и увидимся, пока.